Вратарь «Динамо» не чувствует себя героем матча с «Янг Бойз». Георгий Бущин прокомментировал свой дебютный матч за киевлян в Еврокубках. Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущин после победы над «Янг Бойз» признался, что не волновался перед дебютом на поле, а также скромно признался, что не считает себя героем матча. «Чувствую ли себя героем матча? Да какой я герой? Герой матча – это тот, кто забил победный гол. Я не спасал команду, а просто выполнял свою работу». Перед дебютом не волновался. Возможно, немного в первом тайме, но все хорошо прошло. Мы до последнего имели надежду, что не пропустим и вернемся в Киев с победой. Партнеры с дебютом обычно поздравили. Только шутили, что я, наверное, мяч забрав на память. Мотивация на оставшиеся игры. Мы хотим занять первое место в группе, набрать как можно более очков, заявил Бущин. Напомним, что «Динамо» в напряженном матче добыло победу над «Янг Бойз». Ранее, матч с «Янг Бойз» прокомментировал наставник украинской команды по материалам сайта news.com.